Да я еще все был молодой. Недавно только вот палочку взял. Это сейчас Леонид Николаевич Жилин, возвращаясь домой, проходит мимо стоянки с новенькими иномарками. А еще пару месяцев назад на одном из парковочных мест стоял его гараж с новенькими «Жигулями». О том, что и гараж, и машина сгорит при довольно странных обстоятельствах, ветеран войны и предположить не мог. О пожаре сообщил его сын. Саша щадил мое здоровье. Сказал, что пожарные выкатили машину, вскрыли гараж и машину выкатили. Ну, у меня какая-то надежда была, не такой удар был сильный, что вот инсульт или инфаркт. А потом уже постепенно он мне... Кто сжег гараж и машину ветерана, сейчас выясняет полиция. За помощью Леонид Николаевич обратился в префектуру округа. Именно здесь и началась его история с гаражом. Возведение еще в советские времена металлической конструкции, как и других рядом стоящих построек, чиновники через суд признали незаконным. Постройки снесли, а спустя какое-то время гараж, в котором стояли «Жигули» ветерана Леонида Жилина, кто-то поджег. Следственным управлением Северного округа расследуется уголовное дело по факту поджога автомашины гражданина Жилина, ветерана, уважаемого человека. Рассматриваются все обстоятельства. Дело поручено следственно-оперативной группе во главе опытного следователя. После визита в префектуру ветерану пообещали помочь. В свои 70 Леонид Николаевич сам ездит за рулем и машиной пользовался часто. Каждый год после 9 мая он на все лето выезжал на дачу. Сейчас без автомобиля приходится тяжело. Ближайший магазин от деревни в 6, почта в 10, больница в 18 километрах. А я теперь обращаюсь к соседям, хожу, спрашиваю. Сейчас Леонид Николаевич в своей московской квартире и уехать хотя бы на неделю из города не может. Гараж сгорел. Машина, которую ему выделили как инвалиду войны, тоже. После консультации с юристом стало понятно, решить этот вопрос могут только чиновники. Адвокатам это дело видится безнадежным. Судя по выше обозначенной фактуре, дело это видится именно безнадежным. И проблема связана с тем, что, насколько я понял, у данного пенсионера не были оформлены земельные правоотношения. А поскольку они не были оформлены, то никаких прав на данный участок он не имеет, поэтому действия властей вроде бы усматриваются как законные. Поджигателей пока не нашли. Чиновники в отпусках и медлят с ответом. Леонид Николаевич в очередной раз, просматривая свои фронтовые фотографии, вспоминает о боевых товарищах, кто не дожил до 9 мая 45-го и кто уже не сможет прийти на парад на Красной площади в следующем году. Сейчас места на стоянке возле дома ветерана Великой Отечественной войны Леонида Николаевича Жилина практически заняты. А если и пустуют, то вряд ли кто-то смирится с тем, что вместо его новенькой иномарки стоят «Жигули». Сгоревшая «семерка», а точнее то, что от нее осталось на платной парковке. Там с ветерана, кстати, пообещали взять символическую плату. Максим Гриценко, Александр Селезенева, телеканал «Звезда».